Ребят, я в Питере сейчас еду на аудиогид. Хочу, надеюсь, я найду там что-нибудь стоящее. Я прям очень довольна. Настроение отличное. И я возьму от этого дня все. Ребята, собственно, вот я уже пришла. И здесь есть несколько нюансов. Никогда нельзя покупать все в самом начале. Нужно идти в самую-самую глубь. Именно там можно найти что-то очень-очень стоящее. Бутики, понятное дело, их аренда дорогая. Соответственно, за счет этого есть накрутка. Поэтому лучше пройти до конца и посмотреть. А если что-то здесь приткнулось, потом можно и здесь взять. Идем. Нам нужно самое глубь. Нам нужно самое сердце цельного рынка. Я сюда пришла целенаправленно. Есть три запроса, что я хочу здесь найти. Во-первых, это платье какое-нибудь винтажное или под винтаж. Второе, спортивный костюм какой-нибудь. Времен этих 90-х, который у меня был в детстве, да? Только уже, конечно, на себе. И винил, конечно же, я хочу найти классный винил. Вот основные три запроса, за которыми я сегодня иду. Что ж, посмотрим, что у меня получится. Собственно, как я уже пришла, вот тут получается все самое интересное. Потому что не буду дальше. И что я себе надеюсь, обязательно вам покажу. А у вас пакетика нету случая? Найдем. А посмотрите, пожалуйста. А если вы такой найдете? Какая красота! Не знаю, сколько стоит, но я не беру. Ребята, смотрите, я нашла море пластинок вообще. И здесь есть то, что я так хотела. Pink Floyd. Queen. Пластинка от 2500. 2500, короче. И посмотрите, ребята. Это нереально. А можно вы кассету на тот момент? Флойд. Крути, крути, крути. И куча всего. Куча, куча. Диперпл. Начали отметили. По России сегодня жена звонила. Самые крутые ребята, кто занимается книгами. Очень удобно, что здесь все подписано. Все найти здесь проще. Здорово. Ребята, я приехала на Театральную площадь. И сейчас я пойду в Мариинский театр. В прошлый раз, когда я приезжала сюда зимой, это были зимние каникулы, я хотела сходить, но тогда в пандемию все закрыли. Сходить. Было все закрыто именно в те дни, когда я была здесь. И вот, а сейчас все открыто. Я купила заранее билет. И, собственно, пойдем видеть со мной. Я вас приглашаю. Мне еще волей-неволей уже на Невском проспекте хотелось уже петь оперу самой. Так, прям вот эта вот атмосфера. Это очень атмосферный, конечно, город. Да, здесь вот прям охота подстать, да, вы прям спину такая. Не пропущу воспоминаний. Я уже забыла, как петь оперу, я ее не пела. Ну, достаточно долго. Сейчас я иду ее слушать. Так, ребята, когда я оформляла билет... О, кстати, классно. В те даты, когда я должна была приехать сюда, был не такой большой выбор. Я, конечно, хотела попасть в сам прям Мариинский театр. Но попаду в Мариинский 2. Давайте посмотрим, как они проезжают.
проплывают. Проходят. Да, правильно? Ну-ка, мы всем помашем. Хорошего вам отдыха, ребята! Ребята, я вошла сюда. Смотрите, как я быстро. Смотрите налево. Смотрите направо. Мне сказали, вторая дверь налево. Собственно, через полчаса начнется. Смотрите только, какие лестницы. Вот так. Оставаться в масках во время пребывания в театре. Это важно для всех зрителей, персонала театра и артистов. Благодарим вас за внимание. Вот такая сцена. Пойдемте заглянем, конечно же, в оркестровую яму. Очень аккуратненько проглядим. Чуть-чуть. Одним глазком. Всех не будем смущать. Так, мой второй ряд, 17 место. Пошла искать. Сейчас я хочу показать вам хостел, в который я заселилась. Нашла я его на букинге. На букинге. Неплохой такой, очень даже интересненький. Сейчас я проведу для вас мини-рум-тур. Смотрим. Полтавский проезд 2. 2В, кстати. Или английское Б, я не знаю. Я не видела другие. Вот он. Называется... Вот мы с вами заходим внутрь и сразу попадаем на ресепшн. Переобуваем обувь и проходим дальше. Всеми вещами, которые представлены на этом стеллаже, можно пользоваться. Главное правило — поставить потом все на место. Эти книги тоже можно взять, почитать. И эти тоже. Вообще, владельцы именно этого хостела позаботились о том, чтобы пребывание в нем было максимально комфортным и уютным. А мы с вами идем дальше и проходим ванную комнату. Вообще здесь очень удобно то, что помимо жидкого мыла, здесь также есть ватные диски, ватные палочки, крем для рук, салфетки для лица. А еще есть вот такой утюг-отпариватель, на котором мы чуть позже остановимся поподробнее. Также стиральная машина, вот такая вешалка для белья, гладильная доска. И сейчас я вам покажу душевую кабину, или правильнее будет сказать, даже комнату. Ребята, да в ней даже есть гель для душа, то есть тебе вообще не нужно ни о чем париться. Душевые кабины 2, туалета также 2. А вот и этот удобный отпариватель, очень мощный, хорошо все проглаживает, мне он очень-очень понравился. Теперь давайте пройдемся и посмотрим с вами на общую комнату. Выглядит она вот так.
Согласитесь, что для хостела условия очень даже хорошие. Плавно переходим в зону кухни. Всегда есть вода в свободном доступе. Есть общий холодильник, в который можно положить свою еду в определенную корзинку. Также есть много разной посуды, раковина, посудомоечная машина, которой можно легко пользоваться, духовка, плита. Много разной кухонной утвари. Этот холодильник для работников. Микроволновка. Вытяжка. Икеевские тарелочки. Вот я себе накрыла такой шикарный завтрак. А это мое спальное место. Мне попалось место наверху. Я так и хотела, честно говоря. Всего в комнате могут поселиться максимум 4 человека. Дают 2 полотенчика каждому. Вот такие есть корзиночки, куда можно положить свои вещи. Бесплатный Wi-Fi имеется. Вентилятор. И парочка полочек. Соотношение цена-качество меня очень порадовало. В Петергоф, а точнее в Нижний парк. И для того, чтобы туда отправиться, нужно купить вот такой билетик. Стоит он 450 рублей для тех людей, у кого есть российский паспорт. И 1000 для иностранцев. Ну что ж, вперед. Ребята, вот мы зашли. Вау, какая красотища! Обалдеть! Это очень красиво. Ребята, какая красота! Сейчас покажу вам с другого ракурса. Вот, ребята, какая красота! Какая красотища! Вау! Ой! Подожди, он тебя войти. Давай помаши всем раз, уж ты уж в кадр попал. Такой серьезный. Да, ты будешь в моем видеообзоре. Смотри себя у Яры на канале. Вон, ребята, Самсон, который разрывает пасть льву, только у нас сейчас со спины. Пойдемте посмотрим. А, я хотела в самый центр встать, а там канал, туда не встанешь, в самый центр. Ну ничего, сейчас придумаем, куда бы встать. Вот такая красота. Ребята, вот здесь очень хороший ракурс. Если кто не знает, вся эта система фонтанов разработана таким образом, что в ней нет ни одного насоса. Какая-то уникальная система, которую разработали очень-очень давно. Вот здесь хорошо все видно. Вот Самсон. Сейчас пойдем посмотрим поближе. Смотрите, какая большая струя из пасти, самая высокая. Фонтаны открываются в 10 утра, по-моему, да, если не изменяет память. Я читала сегодня на сайте об этом. Так. Вот самый ракурс, который нам доступен. Вот этот. Ну, очень красиво. Конечно, правда, сказали, что здесь просто не могут не получиться фотографии. Любая фотография здесь будет просто произведением искусства. И это действительно так. Только посмотрите. Давайте Самсона мы сейчас попробуем увеличить. Такой Самсон. Так, ребята, мы все еще гуляем по Петергофу. Я хочу сказать, что здесь очень много всего красивого.
оплачиваешь билет 450 рублей в Нижний парк и гуляй себе хоть целый день. Здесь очень много всего. Очень много. Все, я даже не смогу заснять. Если я изначально думала, что здесь будет небольшой какой-то укромный уголочек и все, нет. Тут можно ходить часами, все рассматривать. Так что я всем советую, ребята, побывать здесь. Короче, Вася гений. Каршеринг. У нас в Бурятии такого нету, а здесь есть. Вася, расскажи немножко об этой системе каршеринга. Что вообще, в чем суть? Устанавливаешь приложение, права свои вместе с паспортом фотографируешь прямо сюда. Далее что? Далее, после того, как тебе одобрят все эти поездки, ты берешь машину. То есть машина может стоять вообще в любом месте, где-то да. Там рядом с тобой. Тебе нужна машина, раз ты посмотрел в приложении, она есть, выбрал подходящую и можешь добраться на ней туда, куда тебе надо, и там ее оставить, правильно? Да, и это будет стоить дешевле, чем в среднем, это дешевле, чем такси. То есть ты, короче, сам едешь? Да. Ты за рулем, а я сейчас буду такая вся деловая. Вася сказал, мне включит кондей, музычку. И все, мы с ним поедем. Вот на такой красотке. Я вообще в марках не разбираюсь. Вася, это что? Это Nissan Qashqai. Nissan Qashqai. Да? Ну, такая, да, да. Ничего, такая симпатичная. Так вот, ребята, я сейчас хочу вам показать, что же я все-таки купила на удельном рынке. Все ли я взяла по своему запросу. И, собственно, поехали. Я хотела найти винил. Да, я нашла винил. Тот, который я хотела взять, был, но уж слишком дорогой. Я не стала его брать, потому что, в принципе, такой же, даже этот же винил, я уверена, можно взять и через сайты официальные его купить. И даже с доставкой будет это все дешевле. Так как 3500 отдавать за одну пластинку, я решила, что я этого делать не буду. Ну и вот, собственно, взяла то, что я хотела. Из того, что было, я себе выбрала танцевальная музыка 30-х годов, группа Кино. У меня Кино нет. Вот теперь есть, не было. Ну, вот такие, в общем, пластиночки. Вот также я взяла энциклопедический музыкальный словарь. Мне очень понравился. Москва, 1959 год. Задолго до моего рождения, который был написан. Вот. Мне он очень понравился. Он стоил 50 рублей. Пластинки какие-то 50, какие-то 100. Так, что же еще было по запросу? По запросу я взяла платье. Платье. Сейчас покажу вам фотку. Вот это платье. Вот, собственно, оно. История у него очень интересная. Я, когда ходила по удельному рынку, искала. Я знала, что можно напороться и на дорогие вещи, и на дешевые. И, в общем, когда я увидела это платье, а его продавала бабушка, сидела, оно мне сразу понравилось, потому что в целом я такое платье искала уже где-то полгода. Я даже пыталась шить похожее. Мне нужно было цвета хайки, платье для выступлений к 9 мая, всяких патриотических конкурсов, концертов. Я себе шить такое не смогла. И, собственно, когда я увидела это платье, сразу мой глаз на него упал. Цена у него была всего 200 рублей. Это вообще меня очень удивило. Платье оказалось новое. Это вообще класс. А самое интересное, что оно действительно советских времен. Это не современный Китай. И очень похоже, знаете, на что вот я встречаюсь с одеждой, которую шьют для военных. Вот очень похоже. Здесь крой такой же. Я не знаю, на самом деле, какого года это платье. Но оно очень качественно сшито. Ну, давайте-ка посмотрим.
Этот шильдик, кстати, я не видела. Где? Нет, ничего не видно. Ничего на нем не видно уже, я не пойму. Хлопок только пойму. Только пойму хлопок. Вот такое, в общем, платье. Очень классное. И как раз таки мой размер, 44 размер. Я его взяла даже не меря. Дома примерила, потому что оно где на удельном рынке, ты померишь, да, там не приспособлено для этого ничего. Так что взяла на свой страх и риск, но я подумала, что 200 рублей, даже если оно мне не подойдет, я кому-нибудь его перепродам, и за эту сумму я была уверена, что его оторвут у меня с руками и ногами, и, собственно, поэтому взяла, но оно мне подошло, и, собственно, вот. Теперь оно одно из моих самых любимых, классное платье. А вот по запросу на спортивный костюм ничего я, к сожалению, не нашла. Однако я думаю, что я бы могла это найти, если бы у меня было чуть больше времени. Я ходила около 3 часов, и мне этого времени не хватило. Если бы у меня была возможность побыть там целый день, к тому же было еще жарко. Я думаю, что если бы я ходила целый день и с большим усердием, да, я бы нашла то, что искала, но пока что вот взяла то, что взяла. И то я считаю, что это очень-очень классно.